магазин «Инструментцентр». Сегодня у нас в обзоре набор инструментов «Дизель» на 108 предметов, код товара DZ108. «Дизель» — это полупрофессиональный инструмент, применяется для домашних работ по ремонту или обслуживанию автомобиля. Гарантия на инструмент «Дизель» составляет 1 год, кроме бит, которые идут в наборе. То есть на биты гарантии нет. Упаковка данного набора. Указывается 2 рабочих квадрата, трещотки на 72 зуба, ЦРВ, хром-ванадиевая сталь. Производится инструмент в Китае. То есть это заводской Китай. Ну, как всегда, начнем мы с трещоток. 2 трещотки по 2 рабочих квадрата, 1/4 дюйма маленькая трещотка и большая 1/2 дюйма. Трещотки 72 зуба, мелкий шаг. С реверсом, быстрым сбросом, разборные. 3 винта выкручиваете, можете обслужить внутри механизм. Как видите, трещотки идут с небольшими сгибом. Рукоятки комбинированные. Красные вставки резина, черные пластик. Надпись «Дизель», «ЦРВ», «Хром-ванадиевая сталь». И все то же самое на трещотке под 1/4 дюйма. Также с реверсом, комбинирована рукоятка и с изгибом идет трещотка. Длина трещотки большая 255 мм, маленькая 160 мм. Вороток Т-образный под 1/2 дюйма. И еще один вороток под 1/4, длина 110 мм. Под 1/2, длина 250 мм. Также, если вы снимаете переходник, получаем удлинитель. То есть такая вот универсальная конструкция. Удлинитель 250 мм под квадрат 1/2 дюйма. Переходник вы можете использовать для перехода с 3/8 квадрата на 1/2. Так, еще один удлинитель под 1/2, длина 125 мм. Под 1/4 дюйма у нас 2 удлинителя, 100 мм и 50 мм. По 2 удлинителя на каждый рабочий квадрат. Набор Г-образных ключей. Так, 3 ключа шестигранных. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. 2 кардана для труднодоступных мест. Скреплены они металлическими вставками. Так, и головки. В наборе шестигранный профиль. Головки короткие, длинные и головки торкс. Начнем с коротких. Под 1/2 у нас общее количество 17 головок. Самая маленькая у нас 10 мм. Самая большая 32 мм. Полностью матовые. Покрытие матовое, защитное. Надпись ЦРВ хром-ванадиевая сталь 32 мм. Вес головки составляет 222 грамма. Профиль шестигранный. И головки под квадрат 1,4. Общее количество 13 штук. Самая маленькая на 4 мм внутряд. Самая большая 14. Головки длинные. Общее количество 13 головок. В нижней части кейса под 1/4 дюйма. И в верхней под 1/2. Самая маленькая у нас 6 мм длинная. Под 1/4 и 22 мм под 1/2, самая большая. И набор головок Torx, общее количество 13 головок. Самая маленькая E4, самая большая у нас E24. В данном наборе комплектация аналогичная с другими фирмами, такие же самые есть 108 у других фирм, то есть везде комплектация одинаковая идет. Единственное, добавляют гибкий удлинитель
или не добавляет его. Да. В целом комплектация у всех наборов 108 единиц одинаковая. Так, набор бит. Биты под 1,4 дюйма, биты под 1,2 дюйма. То есть мы не указываем размер бит, мы указываем присоединительный квадрат, потому что нам написал, смотрел наш покупатель, смотрел наше видео и сказал, что мы неправильно говорим, что мы говорим 1,4 дюйма биты и 1,2 дюйма. Мы не указываем размер бит, мы указываем присоединительный квадрат только. То есть под 1,4 дюйма вот ряд бит, то есть под маленькую трещотку, которые идут уже с переходником, и под 1,2 дюйма, то есть под большую трещотку, для использования с большой трещоткой или с воротком, биты под 1,2 дюйма. Они используются с адаптера, который идет в комплект. Выбираете нужную биту, вставляете в адаптер, и присоединение квадрат 1,2 дюйма. Под 1,4 у нас 18 бит с адаптером, под 1,2 17 бит. Профили бит торксы, шестигранные, шлицевые, крестовые. И также нижний ряд. Торксы, шлицевые, крестовые, шестигранные. В комплектации все. Материал изготовления хромбанадиевая сталь данного инструмента. Ну, так заявляет производитель. То есть мы не проверяли. Еще забыл вороток. Вороток идет в комплекте. Длина 150 мм. Применяется или биты подсоединяются, получаем отвертку. Или можете подсоединять головки для трудонаступных мест. Рукоятка в данном воротке пластиковая. Также есть присоединительный квадрат. Сюда можете подсоединять или трещотку, или удлинять с помощью удлинителя, или вороток. Какая-то теточная рукоятка еще идет. Кейс состоит из двух частей. Сама завеса идет пластиковая, а внутри идет металлическая вставка. Замки запирания металлические. Надпись на замках «Дизель». Кстати, замки снимаются, их можно заменить. Все хорошо держится. Единственное, доводите до конца, чтобы так вот. Закрываем все на своих местах. На верхней крышке надпись «Дизель». Без проблем закрывается. Ширина кейса 38 см, длина 29, высота 8, вес набора 6,8 кг. Напоминаем за подписку на канал, за оставленный комментарий. Вы получаете скидку в нашем интернет-магазине при заказе. Спасибо. До свидания.